Я уже на втором мероприятии, тоже все заставлено машинами. Только-только, в общем, нашла местечко поближе к спуску к воде. Вот. И торопимся, потому что времени уже где-то 5 минут, как началось представление. Как всегда, детские аттракционы. Так. Друзья, подходите, давайте сделаем общую фоточку. На фоне озера, друзья. Ну ничего, ничего. Да, друзья. Уважаемые участники, вот сюда, посмотрите на меня сейчас, да. Всех, кто меня видит, будем делать общее фото. Посмотрите, посмотрите, какие креативные, творческие наши участники. Тут эти режиссеры будут, сейчас кинооператоры, так и найди. Спасибо всем фотографам. Я прошу всех, кто фотографировал и пересек ленточку, вернуться на свои места. Ну а участникам готовится боево. Участники поплыва в костюмах будут также плыть два круга. Ну а торжественных кругов по красивейшему Нигановскому озеру. Те, кто не является участником фестиваля, у меня убедительная просьба покинуть зону и зайти за ограждение, вернуться. Итак, я напомню, что участникам необходимо будет выстроиться так же, как выстраивались для старта участники спортивного заплыва. Посмотрите, какие креативные костюмы у наших участников. Друзья, подождите, у нас будет массовый старт, поэтому вот туда, пожалуйста, справа необходимо собраться всем вместе, выстроиться. Я напомню, что два круга необходимо сделать. Друзья, куда же вы так торопитесь, девушка в розовом платье или не розовом? Вернитесь, пожалуйста, назад, потому что... Очень сильно раскинулись. Давайте чуть-чуть придержим ноги. Убрайте, пожалуйста, чуть-чуть вонную минуту. Да, уважаемые участники. Я вас объявлю. Отличная горячая публика. Вот так вот Еганова приветствует участников первого фестиваля Еганова 22. Поехали! В добрый путь, участники! Но я напоминаю, что это заплыв не на... Выше руки и больше жизни! Манитовский можно погромче! Еще! Вот он!
ослепила меня, порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Ничего больше не помню, извините, только помню голос. Вы что говорите? Зацепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Молодцы все! Ну вы мои золотые. Музыку погромче. Ура! А еще! Ура! А еще!
одном тебе. Или как ты у меня. Вот мы с тобой тра-ля-ля. Боимся мы все равно. Все ягода малинка. О-о-о. Крутит головой, залетает сон. Такая ты красивая, холодная как дым. Лопает глаза влево, право под головой. Звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Чем ближе, но все так же холодны. И каждое сотрение, и каждое сотрение. Как свет от земли видим сны. И дружно, и снится нам не рок. Молодцы! Скоро станет ночь.
Ваши аплодисменты, давайте подарим еще раз, он так классно это сделал, пел для вас сегодня Николай Федосеев. С праздником! Буквально через 5 минут у нас здесь состоится награждение в разных номинациях, в том числе победителей спортивного заплыва. Награждение, да, уважаемые участники спортивного заплыва, убедительная просьба сдать стартовые номера волонтерам там, где вы их получали. Пожалуйста, сделайте это. Ну и буквально 5-10 минут, и мы будем готовы награждать. Награждение состоится у флагов, у белого и красного флага, поэтому можно пока что проходить, фотографироваться, знакомиться с участниками, с тем, кто вам больше всех понравился. Спасибо, Дедушка Мороз. Спасибо большое. Буквально через 5 минут мы будем награждать. А после награждения Дарья Романова проведет для всех желающих мастер-класс по сапбордингу. Друзья, которые фотографируются, подходите, пожалуйста, к нам, потому что третье место Павел Гаврилов. Итак, второе место. Дистанция 1500 метров. Время 10 минут 38 секунд. Шитов Роман. Роман Шитов, поднимайтесь на пьедестал. Второе место. Медаль, диплом. И победитель, золотой призер. Финишировавший со временем 10 минут 20 секунд. В спортивном заплыве со фестиваля Иганова 22 Александр Борида.
документы, медаль, диплом и сертификат. Рукопожатие. И общее фото, да. Вот они, мужчины. Вот они, золотые весла фестиваля Яганова 22. Ну что, спасибо, спасибо. Опа. Давайте еще раз подарим им наши горячие аплодисменты. Медаль, диплом, подарочный сертификат. Вручаем вам. Второй степени в спортивном заплыве со фестиваля Яганова 22. Дистанция 750 метров. Время 9 минут 10 секунд. Полина Иванова! Полина Иванова, Россия! Череповец, Вологодская область. Это фестиваль Яганова 22. Семь секунд в спортивном заплыве со фестиваля Яганова 22. Кристина Чистякова! Давайте подарим аплодисменты победительнице. Кристина Чистякова, абсолютный герой. Даже целый флаг появился у нашего фестиваля. Наталья. Да. Да. Фото. Василий Анатольевич, Евгения. Наталья. Ну что ж, спасибо. Кулибиных и семья Артеменко. Друзья, мы приглашаем вас. У нас упал флаг, но пусть это никого не смущает. Давайте подарим аплодисменты. Всей семьей прибыли сюда. Друзья, кошки. Конечно, чуть не проспала звездный час своей жизни. Давайте, конечно, прибегайте. Вот, окупавшиеся, смывшиеся грим, но тем не менее. Да, Баба Яга, наверное, будет против, потому что самый романтичный в номинации нашего фестиваля Кумаев Денис. Диплом, сертификат и эти аплодисменты вам. Есть еще одна номинация. Самый веселый. И в этой номинации побеждает Сергей Добряков. Сергей, мы ждем вас здесь. Ну что ж, скажите, пожалуйста, у вас что на самом деле? Вот здесь. Допинг, все понятно. Я прошу тогда на следующий год. Спасибо вам, аплодисменты. Я прошу на следующий год внести, добавить допинг-контроль, да, для того, чтобы у нас все спортсмены побеждали честно. Да. Ну, а вы тогда, Сергей, готовьте цистерну на следующий год, потому что участников у нас будет еще больше. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Прямо сейчас можно свободно покататься и...
Прямо сейчас я приглашаю Дарья Романова. Вы где? Дарья, покажите мне Дарью Романову. Дарья, выходите сюда. Давайте поприветствуем прямо сейчас для всех желающих. Дарья Романова, профессиональный инструктор по сапбордингу, проведет мастер-класс. Дарья, вам слово.